Минобразование утвердило учебные программы 7 факультативов для школьников. Учеников обучат грамотному финансовому поведению в социуме, обеспечению информационно-психологической безопасности, основам предпринимательства. Все занятия нацелены на развитие нравственных, личностных и физических качеств юных граждан Беларуси. «Беларусьфильм» снимет картину о батьке Мина, и кинолента расскажет о герое Советского Союза, человеке, подвиг которого приблизил победу в Великой Отечественной войне. Сценарий утвержден, формируется съемочная группа. Старт работ запланирован на август. Также несколько дней назад состоялась премьера фильма «Время вернуться», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси. Бобруйская горроинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает граждан отказаться от пластиковых цветов. Инспекция совместно с общественными экологами, эко-волонтерами организует акцию по раздаче живых растений и саженцев, которые можно будет использовать для благоустройства могилок. Обращаться по номеру плюс 375 44 552 70 54. 11 мая с 9 до 12 часов исполнительные комитеты районной администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты. Также разговор коснется вопросов экономики, предпринимательства и контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц. В период праздников больших выходных по 15 мая госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге». Оно направлено на предупреждение, своевременное пресечение фактов нетрезвого вождения и управления без прав. ГАИ призывает быть благоразумными и соблюдать правила дорожного движения.